Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Ulefone проверила технологию быстрой зарядки Fast Charge 4.0 в смартфоне Power 3 и представила результаты испытания на видео. Аппарат оснащен емким аккумулятором на 6080 мАч. Тестирование показало, что Power 3 достаточно совсем немного времени, чтобы восполнить заряд батареи. Ulefone Power 3 оборудован 6-дюймовым экраном Full HD+. С минимальными рамками, 8-ядерным процессором Helio P23, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопитель, 4 камерами, сканером лиц и датчик отпечатка пальцев. Устройство работает под управлением новейшей системы Android 8.1 Aureo. В ходе тестирования к розетке подключили полностью разряженный Ulefone Power 3 и наблюдали за процессом зарядки. Спустя 5 минут батарея восполнила 4% емкости, за 15 минут зарядилась на 13%, за полчаса на 25%, за 45 минут на 41%, а за 84 минуты уровень заряда достиг 88%. На полную зарядку смартфона ушел 1 час 36 минут, что в принципе достаточно неплохой показатель. Отметим, что использование проводилось на смартфоне с выключенным экраном. Реальная скорость зарядки зависит от нагрузки на гаджет во время подключения к сети, версии ПО и используемых аксессуаров. Лучший результат достижимы только с оригинальным зарядным устройством. Секрет быстрой зарядки Ulefone Power 3 кроется в технологии Fast Charge 4.0, которая использует большой ток вместо повышенного напряжения. Такая зарядка является безопасной, а смартфон и блок питания не перегреваются в процессе. Сейчас на AliExpress проходит акция. Среди покупателей Ulefone Power 3 первые 200 пользователей получат купон на скидку 20%, а остальных ждут другие приятные бонусы до 15 января.